Куда вставлять, заряжать? Я не могу, за мной Борис постоянно бегает. Ты видишь, какой конч? Жидкий этот недоделанный безножный терминатор, он постоянно за мной бегает, что ему надо? Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Телькоплей. Я Наташа, мы сегодня с вами играем в Ice Cream 8. Это финальная глава, представляете, сколько времени прошло. Наконец-то мы дошли с вами до финала, и сегодня мы узнаем, чем же закончится приключение друзей на фабрике безумного мороженщика Рода. Усаживайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать лайком, а мы с вами начинаем. Очень интересно посмотреть, что изменилось, что добавили и что нас ждет за история. Январь 83. Здравствуйте, вы позвонили в полицейское управление Спокана, чем могу помочь? Здравствуйте, мой сын Джейн Браун исчез, мы уже больше суток его не видели. Мы с мужем давно его ищем, но пока безрезультатно. А хуже всего, что двое его лучших друзей, дети Оуэнов, тоже исчезли, и об этом написали в газете. Так что мы не знаем, что делать. Что-то как-то они поздно спохватились, спустя 8 частей. Пожалуйста, мэм, сохраняйте спокойствие. За последние недели мы получили другие звонки о пропавших детях. О, это же дом из первой части. Мы сейчас ищем виновника, поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту ужасную проблему. За несколько недель пропало еще больше детей? Какой ужас! И вы такие, типа, у нас тут кто-то похищает детей? Вы можете рассказать нам что-нибудь, что поможет найти вашего сына? Вы не замечали ничего странного в доме? Раз уж вы об этом упомянули, недавно я слышала странную мелодию мороженщика. Ясно. Вы можете рассказать подробнее? Откуда вы мне звоните? Ах, толстенькие дети, убирайтесь отсюда! Ребята, зачем мы здесь стоим и держим дверь? Если мы сейчас что-то же не притримим, мороженчик любую минуту ее выломает. Так придумай что-нибудь. Найдите способ сбежать из комнаты управления вместе с друзьями. Так, пацаны, ну сейчас. Так, я чуточку настроила себе макросы. Значит, у меня есть вот эта вот штука. Монтировка называется. Что я могу ей делать? Ну, вот тут вот снизу что-то есть. Подожди, какая-то фигня снизу. И она похожа на круг. Пацаны, я не знаю, что делать. Пацаны, ну вы там держите. Пухлый должен выдержать. Все любой ценой. Так, как же быть, как же быть, как же быть? Может быть, подвинуть своим телом вот эту вот штуку? Ну, очевидно, что туда мне надо. Найдите способ сбежать из комнаты, ну. Нет, это так не работает. Подожди, ну вот эта вот штука же, что это? Вот это вот тут. Блин, я не хочу включить подсказку. Нам придется смотреть рекламу. Рот стоит там, долбится. Don't open. Почему? Нам же не просто так... А, может быть, надо монтировкой зацепить дверь? Да нет. Слушайте, толстенькие дети. Я либо что-то не вижу, либо я тупая. Ну, скорее всего, второе, конечно. Куда тут притыкнуть эту сраку, я не знаю. Позвонить я не могу. Найдите путь побега из комнаты. Слушай, мозга моего не хватает, очевидно, для того, чтобы отсюда идти. Не знаю, что с этим делать. Ну, как будто бы вот здесь загадка, разгадка. На полу вот этот вот люк лежит. Ну, я ж тебе говорю. Вот он, этот люк. Но он почему-то не хочет вот это вот делать, двигаться. Я же вижу, что здесь лежит люк. Вот он прям так и просит, подними крышку, пожалуйста. Пацаны, вы прям это, да, страшно. Но вы держите, держите, вас трое жирненьких, хорошеньких, упитанных молодых ребят вместе, как один сумоист, поэтому там рот дрыщ такой, естественно, не откроет эту дверь никогда, поэтому я могу тут долго думать, что вообще делать. Мне кажется, у нас что-то с вами забаговалось, потому что я думаю, что так быть не должно. И что-то просто пошло не так. А, может быть, мне надо нажать Ctrl. Я, кстати, не активировала себе кнопку. Вот чем удобно Гренни? Гренни хотя бы запоминает вот эти вот макросы, а вот рот, видишь, сброс. Во, все, я же говорю. Вы нашли скрытую вентиляцию шахту. Теперь найти способ открыть ее и открыть люк, чтобы сбежать. Ну, надо подвинуть диван. Естественно. А теперь монтировкой. Пацаны, я открываю, пацаны, давайте все в люк. Давайте, быстро. Выберите новую цель. Пацаны, давай в дыр.
Лис, Майк, Чарли, кажется, я нашел способ выбраться. Идите сюда, быстрее. Джей, куда ты? Дамы, вперед. Давайте, пацаны. Так. Ой, какой-то лошара. Наконец-то вас всех поймал. Что? А никого нет. Нет, чертовы толстяки. Они опять сбежали. Я больше не могу это терпеть. Это был последний раз, когда они сбежали. С тех пор, как я похитил их и запер на фабрике, они только и делают, что доставляют неприятности. Ой, мы его разозлили, кажется. Я больше не хочу использовать их в качестве ингредиента для моего особого мороженого. Это уже личное. Я не планировал к этому прибегать, но вечеринка окончена. Ой, назвал нас этими ублюдками. Бастард. Какой-то... Ух ты, ё-моё! Там... Я больше не могу. Если я сделаю еще хоть один шаг, у меня отвалятся ноги. Чарли, не шуми. Этот звук. Думаю, я знаю, что это было. Рот активировал систему безопасности, и теперь все выходы заблокированы. Но, к счастью, я недавно нашел вот это, и у меня возникла отличная идея. Похоже, в системе безопасности три генератора, которые обеспечивают питание. И если мы их отключим, то сможем сбежать из этой фабрики. И у меня также есть это. Тот, кто занимается исследованием, будет носить с собой одну рацию и использовать ее, чтобы вызвать остальных, когда найдет один из генераторов. Майк, твоя привычка собирать мусор из бумаги просто потрясающая. Теперь вперед, команда. Пора найти три генератора и вернуть к нашим семьям. Да, идем. Слушай, ну они его явно не боятся, они уже осмелели. Ну что хочу сказать. Я могу убить за ванну с густой ароматной пеной и резиновыми уточками. Да что ты? Блин, вот это брат у тебя, конечно, картошка. Ладно, хорошо, что, у нас есть карта пистолет Рода. Я так понимаю, пистолет Рода, это я могу стрелять. Если мы уничтожим все электрические генераторы, мы сможем быстро отсюда выбраться. Род больше никак не сможет нас поймать. На фабрике нет ни одного чертежа, никаких других секретных штуковин. Так, ну, эта карта принадлежит, введите имя блогера. Давай попробуем ввести. Давай попробуем ввести Тилка Плей. Плей. Все? Да что, не надо ничего вставлять. Давай попробуем вот так. Тилка Лей. Ну, как будто бы ничего не произошло. Но я могу путешествовать. Давайте в музей поедем с вами. Я думаю, будем проходить с вами в несколько этапов. Штамповый пистолет, слушай, ну у нас теперь, когда мы... Да ладно, пацаны, заткнитесь. О! Так мы что-то с вами были. Помните? Ё-моё, отключите генератор музея. Найдите генератор музея. Я так понимаю, что этот генератор музея может быть хрен пойми где. Используйте ловушки, чтобы защититься от врагов. Нажимайте. Да, это мы знаем. О, ух ты. О, там сестра. Это фабрика моего сына? Вблизи она выглядит очень величественно. Наконец-то я смогу обнять его и... Кто там? Такое жирное, уродливое создание, как ты, не может быть моим малышом. Поэтому я раздавлю тебя своим молотком. Твою мать. Пацаны, пустите срочно, там вообще кобздец. Там я женщину полоумную впустил, все, я в домике. Ребята, у нас тут сестра Мадлен. Какой ужас. И чё, она теперь тут будет шоблаться все это время? Вместо Рода нас будет кошмарить монашка? Неплохо. Ну, кстати, вот согласитесь, что мобильная монашка выглядит гораздо секси. Это что? Яички! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Некоторые враги, например, Франкин Борис или крокодильцы, намного сильнее главных злодеев. Держись с них подальше, значит, сразят вас одним ударом. Спасибо. А где они? Слушай, ну за монашкой я точно не пойду.
Дайте я хоть посмотрю, что тут есть. Офигеть, ребят. Тут с вами наружу, и тут наружу вообще такие приколы. Монашка, крокодил, короче, все здесь. Вся банда в сборе. Смотри, я думаю, нам надо либо идти за монашкой, либо идти в ту сторону. Но в воду пока не заходим, там Борис. Сюда, я так понимаю, нужно что-то повесить, чтобы Бориска покушал. Так, кухня, лаборатория, гидроэлектростанция, музей. Так, ну хорошо, давайте аккуратно идем с вами. У меня, главное, есть пистолет. Поэтому все остальное не важно. Ваша цель не там. Жаль. А здесь? Ё-моё, здесь так много всего. То есть мы можем вот здесь бегать по кругу. Надо сейчас исследовать территорию, потому что, ну, естественно... Я так понимаю, что события в этой части будут проходить у нас... выходит на улице, да? Вентиляция опять. Потому что, очевидно, вот туда наверх, там все перекрыто. Давайте попробуем с вами вентиляцию. Ну, допустим. Допустим, я в вентиляции. Допустим, я даже попала на фабрику. Отключите генератор музея. Но мы, видимо, попали в нужное место. Борис хорошо собирается. Ой, Борису нужно больше деталей. Может, одна из моих ног? Слушайте, а почему Борис похож на телемена из вот этого скибиди-туалета? Ну, смотри, у него такие же телевизоры. Борис чувствует боль в теле. Борис зол. Ах, ты отвратительная девочка. Ты ранишь Бориса. Атаковать, ударить, уничтожить. Боже мой, кошмар. Некоторые враги, например, Франкин, Борис... Так понятно, я уже про это читала, что у меня. Я уже про это читала. Так, здесь я могу прятаться. Ой, твою мать, Борис. Борис. Борис, не надо, Борис. Да подождите, дайте 5 сек. У меня еще не все здесь стоят эти штуки. Не все сраные макросы вонючие. Вот отстой. Я эти макросы все ставить тут устану. Так, Бориска, ёпта. Борис, Борис, Борис. Прошу, угомонис. А его подрывают, нет? О, ему буква Ю, побую. Буква Ю, Борису пофигу. О май гад. Борис, ну ты же не поднимешься сюда? Ух, слава богу. Но Борис выглядит жутенько. Заткнись. Ну, кстати, мне кажется, здесь нету рода. Рода здесь нет. Здесь тихо и спокойно. Рычажки никакие не зажимаются. Все закрыто, проходы закрыты. Мне надо попасть вот в эту вот сторону. Нужно выбрать, я так понимаю, верный путь. Вот это прикол. Так, ну хорошо, давайте, аккуратно. Бориска вроде бы кончен, но не настолько. Заморозила говнючину. Это что? Это пистолет, он не берется. Хорошо. Да ладно, что не тот? Не сюда? Да ладно. Ой-ой-ой. Так, получается, что вот сюда. Борис. А, нет, сюда вообще нельзя. Значит, сюда. Вот это да, вообще все по-другому. Прикинь, щель. Я нашла щель. О, генератор! Это генератор? Я наконец-то нашла генератор. Он находится в магазине подарков на фабрике. Но осторожнее, вам по пути встретится огромный страшный робот. Его зовут Борис. Найдите способ заставить Франкин Бориса уничтожить генератор, защищенный бронированным стеклом. А, слушай, ну мне кажется, он должен его ненавидеть.
Мне нужен заряженный моторизированный инструмент, чтобы быстро поднять ставень. Так, тебе что нужно? Ладно, пофиг. Следовать за тобой, у меня плохое предчувствие. Принеси мне какую-нибудь маску или костюм для маскировки, сестренка. Я понял. Короче, надо придумать, как его сюда... Вам нужно как-то запутать Бориса, чтобы он принял генератор за ребенка. А, может быть, надо его как-то одеть? Хорошо. Давайте открываем щелку. Полезли, полазаем, побегаем по фабрике. Попробуем что-то найти. Не поняла. Фига себе. А чё это он там лазает? А можно я вот так вот подгляжу? Ну, типа, Борис там вообще не в тему. Возьму штампомёт. Так, ладно, аккуратно вылазим. Чё может пойти не так? Борис. Ты серьезно что ли, Борис? Борис, одумайся, Борис! Борис, оно того не стоит, Борис! 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 Борис со злом, Бориска! Так, ну смотрите, я его, в принципе, обдурила дурачка. И учитывая, что он медленный, как говно... Я же тебя зачпокала! Вот говна кусок. Там Бориска за мной идет. А Борис не умеет же открывать двери, я надеюсь. Ну, хотелось бы верить, что не умеет. Я думаю, не умеет. Найти моторизованный гидравлический домкрат. А в чем смысл этой говни? Да ты в смысле? И чё это за говно? Что это за говно? Да нельзя, да? Говно какое-то нам... Ой! Борис, ёпта, жидкий терминатор. А какого хера он меня видит? Он меня видит везде, этот Борис. Это что? Механический, гидравлический, отвали. Не, ну это нечестно. Он просто бесконечно, без конца ходит. Но я нашла какую-то пимпу. Так. Моторизированный гидравлический домкрат. Так, братан, я нашла. Ё-моё, здесь все построено так, что ты бы типа кайтил Бориску. Получается, да? Ладно, на. Мне нужен заряженный инструмент, чтобы быстро поднять, ставить. Так, поставьте домкрат в зарядное устройство. А что такое зарядное устройство и где оно? Где находится это зарядное устройство, пацаны? Я, конечно, все понимаю, но что-то как-то... Вопросики имеются определенного характера. Какое-то, ёпта, заряженное устройство. Обосрись, не встань. Чё за... Да бляха, Борис, ёпта, отвали от меня, говно. Ты... Какашка, лося, да, я попытаюсь понять, куда сувать вообще здесь этот говняный домкрат. Куда его всунуть? Знак с ребенком. Пацаны, я нашел знак ребенка, его можно поставить туда. Это хорошо. Вот, смотри. Гений. Так, а может быть, зарядка для домкрата находится где-то в другом месте? Например, если мы посмотрим с вами на карту, сначала завершите текущую цель, чтобы перейти к следующей. А, то есть вот так.
То есть, значит, это где-то здесь находится говно. Окей. Блин, ёб твою мать, ну Борис прям супер душный. Он прям, ты посмотри, он прям за мной бежит. Возьми ссаный гидравлический плес, беги. Не трогай меня, пошел в жопу. Слушай, может быть, где-то вот здесь надо найти эту механическую херню заряжающую. Может быть, где-то на улице. Ну, типа, логично, что, наверное, где-то на улице. Здесь я ничего такого не вижу для зарядки, если честно. Поэтому, скорее всего, нам нужно на улицу с вами попасть. Да, иди же, заседай сюда, быстро. Все, ваша цель не там. Да ты серьезно, что ли? А где моя цель? Куда вставлять, заряжать? Я не могу, за мной Борис постоянно бегает. Ты видишь, какой конч? Жидкий этот недоделанный безножный терминатор. Он постоянно за мной бегает. Чем ему надо? Я даже не могу сосредоточиться. Я не понимаю, где. Посмотри, я только вышла, он уже бежит. Он меня чует. Он чует мой страх. Так не должно быть. Вообще ни разу. Я как должна вот это вот высираться? Куда его заряжать? Где заряжалка? Это что там, рука? Что это? Ага. Ага, куча мусора, значит. Хер ли он тут ходит? Вот как... Вот смотри, я только выхожу, и он сразу бежит. Вы меня, конечно, извините, но это какой-то трындец. А как играть в таком случае? Мне, видимо, надо какие-то кучки мусора найти или что? Поставьте домкрат в зарядное устройство. Ой, может быть, надо реально батарейку найти? Внутри ничего интересного нет. Да ладно. А я думала, есть. Борис, отыбысь. Так, все, я спряталась. Ничего не знаю, я в домике. Ну, вроде бы рот сюда не приходит. Но вот эти вот мелкие шмыри меня бесят. Сейчас он закончит. Все, перегорели. Ладно, ищем зарядное устройство. Хорошо, ковыряемся в кучках-вонючках. Внутри ничего интересного нет. Хорошо, но Борис сюда подниматься не может. Так что в целом я тут пока что в относительной безопасности. Так, маска рода. Теперь, по идее, меня не должны трогать, да? По идее, теперь я лучший друг Бориса и всех ёботов, да? Вот, видишь, мы друзья с роботами. Роботы меня теперь любят. Это хорошо. Это замечательно, это просто прекрасная новость. Да, Борис меня тоже, кстати, теперь не видит. Поэтому теперь, наконец-то, я могу поискать спокойно санную зарядку для санного генератора. Как бы она выглядела, вопрос. Как думаете, как она может выглядеть здесь? Я даже не знаю, ну, либо какая-то маленькая зарядная штучка, вонючка, либо я не знаю, Борис... Привет, Борис. Как дела, Борис? Борис, давай 5. Да, я видишь, я точно такой же робот, как и ты. Он говорит, проходите. Мое почтение. Так, штуки вот здесь никакие не открываются. Маску я отдавать пока не буду. Нам нужно понять, где найти зарядное устройство. Может быть, надо просто отдать... брату маску, и тогда все станет как в сказке. Так, ну картины мы с вами видели. Копия дневника Джозефа Салливана. Это все мы тоже видели. А здесь что у нас с той стороны? Да, очень странно все сделано, конечно. Так, сюда я не могу залезть. Давайте я попробую дать толстячку. Передам ему маску. Он как раз хотел маску. Так, братан, на. Спасибо. Ага. А что теперь?
Ты что, теперь со мной будешь ходить? Ты серьезно? А можно тебе дать в руки что-то, типа пистолет? Этот предмет нельзя использовать здесь. Так, ну хорошо. Сейчас меня тут будут кошмарить, так что готовьтесь. Возможно, я сейчас умру и ничего не смогу пройти. Ты давай Бориску отвлекай. Отвали. Отвали. Пошел нафиг. Толстый отвлекает этого. Хорошо. Я иду забирать свой этот... фигню свою. Ничего страшного, Борис сюда не подымется, так что пока я не боюсь. Может быть, Толстый знает, где гидравлический пресс засунуть? А, кстати, может быть, он отвлекает? Я не поняла. А где мой этот мотор? А, вон он. Так, а где Толстый? Толстый. Я не поняла, это что за прикол? Прекрасно, великолепно, просто. Где бы мы еще такое с вами увидели? Вам не удалось сбежать. Спасибо. А это нечестно сейчас было, он меня просто через текстуру схватил. Я просто хотела на него посмотреть. Короче, я в шоке. У меня не получилось пройти, потому что вот потому. Прикинь, это очень обидно и это очень тупо. Но ничего, мы с вами попробуем в следующий раз. Так что надеюсь, что все получится. Приходите обязательно посмотреть и поддержать меня. Скоро с вами увидимся. Всем пока.